Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Димон Channel, я Димон, а это мой channel. Сегодня поиграем в Roblox, в игру кальмара, или в игру в кальмара, как там что значит. И посмотрим, смогу ли я полностью все пройти. Если на какой-то стадии меня там завалят, да, что я задание не выполнил, я, конечно, еще раз дам все шансы. Вы не забывайте подписываться, ставить лайк, комментировать. Кстати, так, я... Так, сейчас, секунду. Добро пожаловать на красный свет, зеленый свет. Я ведущий 6 игр, которые вы... Ух, 6 игр, которые вы соберете, блядь. А, которые вы собираете, и что? А! А чё не стреляю, ля? Сучоныш. Секунда. Так, все, заебись. Так, по-английски. Написано по-английски. The first to you who you all know. И понятно. Кстати, еще мне объясните, пожалуйста, я в Роблоксе новый игрок, грубо говоря, и я должен вот, как они, прыгать, вот я же этот игрок Roblox, я должен вот прыгать, да, постоянно? Посмотри, они все прыгают, да? И я, да, должен так прыгать или нет? Просто это возбраняется или не возбраняется? Вот мне вот это вот интересно. А чё нету на голове? Бля. Так, ладно, я прыгаю, я же игрок Roblox, так, я прыгаю, угу. Так, это как правильно себя должен вести игрок Roblox? Прыгать, все верно. Ё, блядь. А. Пока нас держат в какой-то комнате. Непонятный, в черный свет-то нету, только видно пока ворота. Видимо, сейчас что-то будет. Кто забыл лайк поставить, не забывайте ставить лайк, комментировать, подписываться, даже лайк под комментарием. Он охеренно важен, вот просто жесть. Пиздец. На зеленый свет пройдите... А, читайте, а то на хром пиздит. Погнали, все знают правила, блядь. Фривей. Страшно. Что за хуйня? Фу, блядь, нихера себе, она страшная какая. Фривей. Гринфей. Опа, пизда сейчас кому-то будет. Ха-ха. Слушай, а меня тот не зацепит, кстати, вот кто прибежал за мной. Когда его будет застреливать. Ха-ха-ха, идите нахуй, я сейчас забегу. Что? Всего лишь за два раза? Да, ну так неинтересно нахер. Я думал, сейчас будет просто слюни, кишки, блядь. Сопли, а здесь за два раза, блин, пробежался. Но это неинтересно, еще ждать целых... две минуты. Я это, конечно, вырежу, ну и ладно. Вырежем. Так, подожди, но я должен сначала вести себя как настоящий роблоксник. Есть такое слово роблоксник? Так, вот я бегаю, так прыгаю. Угу, все верно. Так. Ага, вот, на дерево залез, как кот, да? Тихо, давай я их лосовсю. Не. Ну все, я теперь настоящий роблоксник нафиг. Так что все, я вот прыгаю. Угу, Так, следующая у нас какая-то херня. Написано, свет включен, это или... Так, или включен свет помещения, или эта игра будет так называться. Опять бежим, бегим. А, прыгать надо, прыгать. Так, прыгаем, все, я же роблоксник. Так, прыгаем. Так, ага, все за мной прыгайте. А то вот быстро бандам, кто не прыгает. Фу, я чуть сам вот не успел прыгнуть. Ой. Все, успел прыгнуть. И что? Ладно, становимся сюда. Что там написано, блядь? Сторожить? Кого? Его, блядь? Выберите свою форму. Ну хуй с тобой. А что сжать? А, время надо. Не, давай сюда. Давай сюда. А чё за мной бегают? Чё они за мной бегают? Ё-моё. Они знают то, что знаю я? Хочу их огорчить. Я нихера ничего не знаю по игре в кальмар. Я посмотрел только серию вот эту. Зеленый свет, красный свет. Где-то девка. Freeway, Fireway. Вот эта вот фигня. Ничего это значит.
Так, фигурки какие-то. Сторожить, блядь. Вот я. Что он говорит? Кто знает английский, что он говорит? А, привет, привет. А чё, чё сейчас не потрескал какой-то вот? Аккуратно введите руки, не сломав его. Блять. А, все. У меня мало время. Ебать копать. Ну там уже что-то хрустнуло, это засчитывается или нет? Блять. Рука начинает себя не контролировать. Блять. Фу! И чё? А чё у меня пистолет? Он. Ты это самое, все нормально? То, что я пару раз хрустнул. Блядь, он одного забил. Он идет ко мне, сейчас меня убьет. Не стукай меня, дядя, блядь, не стукай, пожалуйста. Так, 13 секунд. Ладно, это тогда. Как называется? Обрезать не будем, подождем этих 5 секунд. А сколько там сказали? 4 или 6 игр? Блин, интересно, до конца дойти. А, и что с последней секундой? А, я могу тебя убежать. Все, заебись. А что с последней секундой? Что за херня? А, подожди, прыгаем. Что за... Привет. Так, прыгать надо. Прыгать не забывать. Прыгать, свет выключен. А, это кого за... Бля, 404, блядь. Такой себе номер, конечно, да, 404. Свет выключен. Что ж там надо делать? Если свет включен, и там обводили какой-то пирожок, то свет выключен, наверное, вслепую будем обводить или что? Я не знаю. Надо было смотреть игру Климаром, да? Кстати, пишите, смотрели вы игру Климара, какая вам больше всего понравилась серия. И я, вероятно, тоже его, наверное, посмотрю. Я, наверное, единственный такой чудак, который... Такие рейтинговые сериалы, или там фильмы, или игры, блядь, через, наверное, год, или через сколько там, а некоторые игры через несколько лет, начинаю играть, проходить или смотреть, вот так вот. Блять, прыгать надо. Подожди, прыгать, я забыл. Фу. Все, я роблоксник. Теперь я настоящий игрок в Роблокс, потому что надо прыгать. Здравствуйте. Блять, не успеваю, не успеваю, блять. Это потому что я не прыгал, не успеваю. И что здесь надо делать? Так, ладно, ладно, прыгать здесь надо, прыгать. Прыгать это Роблокс, надо здесь прыгать. В Роблоксе всегда надо прыгать, запомните. И я вот так туда вниз. Так, прыгать? А что делать? А я где, блядь, что за хуйня, блядь? Че, блядь? Ладно, рассказывай, что надо делать. Ладно, прыгать. А где я? А, вот, видите, вот она я. Ладно, прыгаем. Прыгаем, это зарядка, это игра в Roblox. В Роблоксе надо прыгать, все. А как? А где я? Я Тим 1 или Тим 2? Что надо делать? Блять, что надо жать? Я не знаю. Я жму все. Я жму все кнопки, кроме... Блин! Блять, я не знаю, кто я! А где я? Я надеюсь, я выиграл. Хуйня непонятная какая-то. Я выиграл? Меня сейчас ничего не будет. Я не понимаю опять, чем дело. И я ли здесь?
Пиздец! Силы вражеской команды! Хуета полнейшая, блядь. Вот это шляпное, конечно, задание. Что, мне сейчас жахнут, что ли? Что-то, блядь, нажми, хуе жни, блин, дебилизм какой-то. Игра в дебила, а не в Климара, нафиг. Вернуться в лобби, а? Да нахер это надо? Это такой был короткий видеообзор Роблокса по игре в Климара, так что я не знаю. Ну, играйте в Климара, наверное, если нравится. А самое главное, не забывайте подписываться, ставить лайк, комментировать. Пока.